Около 270 новых квартир получат жители Советского и Пионерского. Именно столько помещений в трех многоквартирниках, которые сейчас находятся в стадии строительства. Об этом рассказали на профильном штабе в правительстве Югры. Рассматривали градостроительный потенциал Советского района. Помимо многоквартирных, в поселениях возводят и дома блокированной застройки. Такие появятся в Пионерском, Таежном и Коммунистическом. В адресную программу расселения включен аварийный фонд из 7 поселений района.